2020 год. Идем собирать крапиву. Вон они, птички чирикают где-то там. Красиво. Вот мы дошли до речки под названием Горянка. Вот это, вон она бежит. Вот она, река Горянка, остров Сахалин, май месяц. Вот она, красота какая. Собираем крапиву. Май месяц. Вот она, крапивка. Если ее тут присесть, то ее можно увидеть. Вот она. Вот она. Собираем витамины. Вот, вот, вот сейчас. Видите, какая крапивочка. Да. Вот как выглядит крапива. Кто живет в городах, в больших мегаполисах, то они, наверное, даже представления не знают, как она добывается, эта крапива. Вот так ходим, витамины рвем, вот так вот, чтобы зимой кушать. Да. О, сколько здесь этой крапивы, ёбмакарь, вон она, вон туда. Вот сколько здесь этой крапивы. И как всегда, везде оставляет свой след цивилизация, даже в лесу. Вот они, пакетики какие-то, вон банки, сгущенки, все это в лесу, можно сказать, в нашем в лесу. Такая вот. Но крапиве ничего не мешает расти. Вода она жгучая, и поэтому мы ее рвем вот в таких перчатках, чтобы не обжечь свои руки. Если кто знает, собирал там, что очень. Но говорят, больше всего подходят перчатки резиновые. Но мы взяли тряпочные, их тоже, наверное, пробивает. Нет. О, какая большая крапивка.